Преподобный Пафнутий подвязался в 13 веке в Киево-Печерской обители. Скромный, тихий, мягкосердечный, он с первых дней пребывания в монастыре непрестанно плакал о своих грехах. Удалившись в добровольный затвор, преподобный всецело предался слезным молитвам, ибо ни на миг из ума его не выходил момент смертного часа, время разделения души с телом. Со страхом представлял святой, как окружат человека ангелы и духи злобы, покажут все его дела, добрые и злые, напомнят ему о всех его мыслях и желаниях, о том, что он забыл и чего не считал за грех. Но блаженны плачущие, ибо они утешатся. Когда пришел момент окончания его жизни земной, преподобный Пафнутий сподобился от Господа чудесного видения, успокоившего его сердце. Узрел святой лики ангельские, которые, приняв душу его, вознесли ее на небо. Мощи блаженного покоятся в Феодосиевых пещерах. Двадцать февраля. День памяти преподобного Пафнутия, затворника Печерского.